Я вас приветствую. Здравствуйте. Люди вам ответно передают приветы. Я тоже всем большой-большой привет. Началась какая-то нервотрепка с письмами. Хочу сказать, я всем отвечаю на письма. Почему не доходят? Ну, это уже второй вопрос. У нас вообще много чудесного происходит. Поэтому как у вас настроение? Отлично, люди просят вас в президенты. Так, вот давайте вот это не будем, пожалуйста. Хватит уже и так два уголовных съела. Понимаете? Я по профессии врач. И хочу работать врачом на самом деле. Я говорю вам искренне. И собирался я уйти работать врачом в 23-м году. Думал, что закончу губернаторство. На второй срок не пойду и пойду работать врачом в операционный центр. Ну, видите, вместо того, чтобы идти работать в операционный центр, я сижу в тюрьме. Ну, когда-нибудь это должно закончиться. Отлично. Спасибо.